Метры кино смотрят на нас не только с экрана. Как правило, на фестиваль приезжают гости, готовые поделиться с нами секретами мастерства. Настоящий мастер-класс на пресс-конференции по поводу конкурсного фильма «Инсайд» фестиваля «Листопад» дал журналистам и всем присутствующим народный артист СССР и Украины Богдан Ступка. Отношения между людьми для меня это самое-самое важное. Мастер-класс заключался не в приемах актерского мастерства или секретах профессии. Начнем с того, что актер прилежно и с уважением присутствует на всех представлениях своей новой работы, поддерживая тем самым молодого режиссера картины «Инсайд» Ренату Грицкову и автора сценария Алену Калюнову. Они очень тонко чувствуют человеческую душу, женщину. В картине «Инсайд» Богдан Сильвестрович играет неконтактного старика, попавшего в дом престарелых. Конечно, о самом актере такого не скажешь. Ирина Розанова, Богдан Сильвестрович Ступка, более дисциплинированный, более подготовленный, ответственный, думающий. Я там говорю о масштабе уже таланта. Моей жизни артистов, конечно, не было. Премьера фильма «Инсайд» состоялась в Минске еще в мае, и вот теперь картина была представлена на кинофестивале «Листопад». Это психологическая драма о любви, о трагедии, о непростых запутанных отношениях отца и дочери в разные временные промежутки. Богдан Ступка, прочитав предложенный ему сценарий, сказал: «Здесь есть что играть». Я думаю, что это очень правильно, что «Беларусьфильм» обратилась к такому материалу. Как снять такое кино, о котором бы спорили, которым бы восхищались, пересматривали, раскладывали на цитаты? И возможно ли дать ответ на эти вопросы? Это очень сложная и очень тяжелая работа. Это как шахтеры. И артисты, режиссеры, операторы, сценаристы. Это очень все тяжело. Во-первых, фильм должен быть хорошим. Чтобы он затрагивал душу твою и сердце. Богдан Сильвестрович рассказал, что любит психологические роли, преклоняется перед мастерством полного перевоплощения в образ, чему, собственно, сам является примером, хоть и не всегда согласен со своим героем. Я думаю, Тарас Бульба там тоже. И есть очень большие психологические моменты убийства сына. Вот я не знал, как это сделать, потому что я бы этого не сделал. Как человек. Никогда. Мэтр кино уже согласился на следующую работу с Ренатой Грицковой и Аленой Калюновой. А пока она находится на стадии обсуждения, тем, кто не видел картину «Инсайд», стоит найти для этого время. Я не знаю, но у меня как-то так получается, или это подсознательно, или это сознательно. Я люблю Беларусь. Спасибо. В психологических драмах акцент очень часто делается на общечеловеческие противоречия. Но вот противоречий в том, что я вас сегодня приглашаю в кино, а не в театр, я не вижу. Культурно проведенное время еще никому не повредило.